Дети Урбана на этих улицах. Мы выросли под звуки музыки, среди бетонных стен, оставляя следы. Всем, всем, всем. Дети Урбана на этих улицах. Ну, здравствуй. Мы с тобой одного возраста, ты и я. Нам с тобой по 40 лет. Мы не молоды, но еще ого-го. Я резкий, ты резче. Я брутальный русский, ты суровый италиец. Сколько мне еще осталось коптить небо? А ты же, железяка, будешь жить вечно. Но сегодня я на тебе прокачусь, а ты на мне никогда. Ламборгини, ламборджини, как его ни называй, не упражняйся в произношении, суть это не поменяет. Это вожделенная мечта любого мача, будь он жителем Рязани или Рима. Каждый парень, ощущающий себя в первую очередь самцом, а потом физиком-ядерщиком, мечтает о Ламборгини. Даже если этому самому Ламборгини 40 лет. Вы не поверите, но Ламборгини Урака задумывалась как бюджетный четырехместный автомобиль. Естественно, итальянцы смогли выполнить только второе условие. И то, если честно, здесь немного облажались. Ну скажите, кто там сможет сидеть? Хотя это все не важно. Машина летит. Звук мотора разрушает уединение зажравшихся поселков небедной московской интеллигенции. Его дизайн, хоть и напрочь непонятен современникам, прекрасен. Над обликом Урака трудились инженеры Бертоны. И кто посмеет сказать, что инженеры Бертоны построили огромную плоскую мыльницу, которую водрузили на огромные катки? Да никто. Остановка. Салон я вам желаю показать, чтобы вы прочувствовали прелесть бытия людей, что в роскоши купаться могут. Стихами заговорил, атмосфера навеяла, а все дело в атмосфере. Короче, я подышу, а вы наслаждайтесь. Салон автомобиля. Естественно, кожа, естественно, хром и, естественно, все необычно интересно выполнено. Но оно интересно визуально. По тем временам хай-тек, по нашим очень дорогой «Жигуль» или «Волга». Но елки-палки, стильно. Тут, кстати, имеется и достаточно большой багажник по меркам этого класса – 285 литров. Немного, но и немало. Особой гордостью создателя «Урака», естественно, стал двигатель. V8 объемом 2463 кубических сантиметра, мощностью 180 лошадиных сил при 7500 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 196 ньютон-метров при 5750 оборотах в минуту. Верхний клапанный с 4 карбюраторами. Но вот незадача. Хватит пялиться. Теперь от прекрасного к реальному. Аттракцион «Посадка». За счет того, что арка колеса выпирает, педальный узел смещен в сторону. Посадка боком сколиозника. Далее. Если вы отодвинетесь, чтобы ноги вытянуть, руки не дотягиваются. Если руки дотягиваются, то ноги скрючены. Но вот незадача, на низких его очень мало. При резком старте машина как бы захлебывается. Поэтому надо привыкать, играть газом, чувствовать попой, когда можно поддать. И когда ты понимаешь... Тапка в пол и салам алейкум, шапка улетает. А рык просто зверь. Такой выхлоп дорогого стоит. К тому же автомобиль за счет низкого центра тяжести и средней моторной компоновки имеет очень хорошую развесовку. Широкие катки, которые, кстати, хрен где достанешь, мертвой хваткой держатся за дорогу. Подвеска как и спереди, так и сзади, независимая Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Вы думаете, машина сделана для людей? Вообще ни разу. Двигатель находится практически в салоне. Стоит адская духота, кондиционер не справляется. Наклон лобового стекла таков, что торпеда бликует. И еще, ремень безопасности потрясающий тем, что он давит аккурат на шею. Пять скоростей жестко переключаются, но на то это и мужской автомобиль, чтобы без сентиментов и соплей. Ну вот не могут итальянцы не повыпендриваться. Коробка включается наоборот. Первая на себя, вторая от себя. И если при трогании все понятно, то когда едешь, мышечная память хочет включить третью, а ты втыкаешь вторую и бьешься головой об потолок. Вообще, эта машина – легионер римской армии, суровый воин, в котором бесполым существам не место. Ламби прощали и прощают многое только за то, что это фейерверк эмоций от вождения,
Это спорткар с большой буквы. Правда, для тех, кто как бы спортсмен, но на самом деле нет. Она дарит мечту, что ты можешь им быть, даже и на обычной дороге. Автомобиль выпускался всего 5 лет. Было построено только 21 штука. Машина не оправдала надежд создателей. Может, это сегодня и к лучшему? Так, при всех своих минусах, Lamborghini Huracán – великолепный образчик итальянской школы автомобилестроения. Можно долго рассказывать о конструктивных особенностях любого автомобиля, но моя задача – разогреть ваш интерес, и чтобы вы самостоятельно погружались в этот интересный мир, а я буду вас подстегивать.